эмоциональны, агрессивны, львы самовлюбленные, скорпионы и вовсе сумасшедшие. Такие стереотипы есть у каждого знака зодиака. Точного ответа на то, влияет ли дата рождения на наш характер, нет. И к астрологии по сей день сохраняется неоднозначное отношение. И в новом выпуске программы «Хочу сказать» мы узнаем у саровчан, доверяют ли они звездам. Скоро Международный день астрологии, мы узнаем, вот что вам известно об астрологии и верите вы звездам. Вот моя жена, она этим занимается. Про астрологию известно гороскопы, например, что можно следить за этим. Ну, верю, нет, скорее не верю, чем верю. Я плохо знаю астрологию, поэтому ничего не могу сказать. Верю, но ничего не знаю. Смотрите гороскопы, читайте. Да нет, от случая к случаю. Ой, только по телевизору смотрю, и все, больше ничего. Правду в них говорят? Не всегда совпадает. Редко-редко совпадет. Но совпадает? Ну, редко. Я вот как рыба, я свой смотрю. И у меня жена Водолей тоже смотрю, у нее некоторые совпадает, но не часто. Влияет. И на настроение влияет, и на все влияет. Вот так. А вот, например, вы у нас кто по знаку зодиака? Я рыба. А рыбы какие? Хищные. Вы знаете, где-то совпадают. Совпадают, немножко есть совпадение. Я иногда наблюдаю, но совпадает. Но не всегда. Но совпадают. Иногда сбывается. Верю только в хорошее. А что, например, сбывалось вот по вашему знаку зодиака? Ну, как-то прочитала, что не надо выходить на улицу, и не пошла. А Бог его знает, что могло бы быть. Не знаю. Поэтому лучше посидеть дома. Астрология? Как голову дурят при помощи звезд. Так дурят, неправду говорят? Да, конечно, нет. Скажите, пожалуйста, у нас скоро Международный день астрологии, и мы пытаемся понять, гороскопы врут, не врут, говорят правду. Ну, я не знаю, что сказать. Но я так все-таки посматриваю иногда. Вот. И как-то, ну, как сказать, ну, стараешься придерживаться маленько всем запретам. Ну, то есть не всем запретам, а так вот, ну. Ну, скажите, знак зодиака влияет на наш характер? Что? Знак зодиака влияет на наш характер? Ой, да. Влияет. Да. Ну, я, по крайней мере, знаю, что мой знак на меня очень влияет. Я как бы соответствую своему знаку. А как это? Вы у нас кто? Я Овен. А Овны они какие? Они упрямые. Ну, такие своеобразные. Самый тяжелый знак. 20 марта отмечают Международный день астрологии. Одни верят небесным светилам, другие считают это бредом и глупостью. Но послушайте, если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.